Всем привет! Продолжаем знакомиться с творческими людьми, художниками, скульпторами. Жорж Александр Малкин, французский художник и киноактер, сын скрипача русского происхождения Жака Малкина и датской скрипачки Инеборг Магнус, учившийся вместе в Парижской консерватории. Воспитывался у родителей во Франции, у родственников в Германии и России. А после того, как в 1919 году его мать умерла, отец вступил в повторный брак и окончательно перебрался в США, оказался предоставлен самому себе. Я цитирую Википедию переводную. «Пробую себя в живописи». Познакомился в 1922 году с Робертом Деснесом, затем через его посредство с Андре Бретоном, Луи Арагоном и другими радикальными литераторами. И в 1924 году стал единственным художником, подписавшим вместе с ними манифест сюрреализма. Публиковал свои рисунки в журналах, выставлялся в Парижской галерее сюрреалистов. На протяжении 1930-х годов активно снимался в различных французских кинофильмах. У Жоржа Малкина было 4 детей, 3 дочери и сын. Малкин был театральным актером в группе Мишеля Дере, киноактером, скрипачом, фотографом, корректором, создателем аттракционов, водолазом на борту корабля, написал несколько сюрреалистических текстов и фарсовый роман «На борту моря». Ну вот все, что мне удалось найти, немного, конечно, но все, что есть, зато остались работы этого человека. Умер он в возрасте 71 год, 22 марта 1970 года. Вот так вкратце о французском художнике, киноактере Жорж Александр Малкин. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.